Всем привет, меня зовут Сергей. Сегодня мы заехали в стройматериальный магазин посмотреть тут. Ну, сейчас отделение досок идет. Такие вот мелочи тут разные. Ну, это, в принципе, ассортимент довольно-таки здоровый. То есть можно все взять, будто если деньги, как говорится, есть. И это, решили немножко снять тут, показать, что тут есть. В принципе, тут хватает всего. Можете спокойно в круговую снимать. Обязательно. Всем привет, как всегда, я снимаю. А вот, кстати, хороший ламинат тут лежит. Можно подпустить. Я надеюсь, что нам разрешают тут снять. А мы их спрашивать в этот раз не будем. Но я буду снимать, пока им не скажут, нельзя. Сказать, где мы находимся вообще-то? Скажем, для России снимаю. Этот магазин называется Опи. Может, кто-то знает. Громче говори. Слышно, микрофон же рядом. Ну, тут музыка всякая играет. Так вот тоже снимай. Немножко по кругу. Там я не понимаю, там мужики, наверное. Это такое для... Сада, кстати, я сад хотел посмотреть. Может, тут что-то для меня найдется. Ну, инструменты это не очень так интересно. Хотя тут выбор тоже. Честно скажу, я в российском смотрел. Смотрите. В строительном магазине. Чего там только нет. Тут маловато, честно говоря, скажу. Многих инструментов просто-напросто не хватает. Пойдем на улицу. Да. Если на улице что-нибудь есть. Сегодня у нас погода, но я прохладно. Штучки. Цитрус довольно-таки редкий. Что они такие? Нет, это такой. Они такие есть. Они сорт такой. Сорт такой, да. Скорее всего, похоже на померанца примерно. Сейчас вам картинку покажу. Ну зачем ты вот с такой снимаешь? Ну я уже показала, да. Смотрите. Вот лимоны обычные тоже идут тут, а сниз. Это надо уже, в доме у нас пал один, 15 литров. А вот еще один покажем. Вот это вот, кстати. Я же покажу. Ну да, вот эти вот, кстати, дынники такие, да, их можно готовить. То есть есть, как смесь, скажу. Вот. Картошки даже продаются тут. Это не 8,99. 9, уверен. Это посадочные. Ну да. Тут его тоже садить. Ну, в основном это приправа. То, что вы видите, это все приправа. Сейчас идем на улицу. Во. Рай. Это твой рай здесь. Ну, не только мой. Огород-то у нас пока нету готового. То есть тут обыкновенные растения. Там дальше плодово ягодные идут. Пошли-ка туда. Так, смотрим, тут виноград есть. Более тут сильно не по ценам, потому что тут практически смотреть нечего. Ну да, тут вон все для камни здесь. Ну тут, кстати, если кто-то собрался себе что-то такое делать, там огород или что-то такое, да, то тут стройматериалов навалом. Всякие цветы, вон цвета, цветы. Не цветы, это для цветов, это как его называется? Ну, это... Короче, трудно перевести. Что-то вроде кровать для цветов называется у немцев. Это у нас там земля продается. Там она тоже, кстати, для цветов, все. В России продается, я смотрел. Но... Только она без это пластиковая, да? Да, пластиковая. Как раз для воды. Как раз для меня прятаться. Прятки играть, да? Зеленый цвет, смотрите. Мой любимый цвет вообще-то. А, ну вот, кстати, если кто-то партия собирается делать, да, то тут это столы, вот там скамейки. Ну. Интересно, сколько они стоят, потому что цены. И с другой стороны. И с другой стороны цены. Сколько она стоит себе? Вот.
для них вот что вот стоят. Но самое больше мне нравится вот этот вот отделочный материал. То есть его мелкие камешки, его вот, к примеру, приклеили, да, вот так. Это уже приклеено готово, мучиться не надо, уже целиком наклеиваешь ее и готово. Это... На стенку, на пол, как тебе удобно. А потом сверху этим заливается харцем, то есть смолой. Ой, у нас холодно что-то. Ну, в принципе, можно это. Мы тут коротко сегодня. Можно завершать это все. Ну мы сейчас внутрь еще это немножко поснимем и потом все на это. Вот раз сначала.